Ну, я не знаю, как тебе сказать. Я на карте играю первый раз, в общем, почти. Так, он играет первый раз на карте, ребята. В общем, не знаю, где. Ну, где ты находишься, скажи, пожалуйста. Да у поездов, я у поездов. Ооо, да. Я, пожалуй, отсюда буду валить. Подожди, что так долго загружаешься, стой. Это кто жахает, мне кажется. Боже. Вон ты, дура, бегаешь, я тебя вижу. Опа. Ооо. Подожди. Слушай, я тебя боюсь. Нифига себе, ты дерзкий. Ой, ты меня убил. Блин, это первый. Это первый. What fuck? Это как называется? Тим. Это. Ты меня убил. What the fuck? И я тебя убил. Я тебя убил? Ты меня убил? Я тебя тоже грохнул, блин. Я тебя грохнул. Пипец, блин. Друг друга получается. Дали очков. Тебе не дали очков? А, ну тебе мы же играем без очков. Зачем очки? Мы хорошо все видим. Мне не дали очков. Так нужно еще два человека сверху, видишь? Мы так просто играем. А, мы так просто фо-фан. Да, просто по фуфану. Ты где, кстати, говори? Что, я не знаю карты, отвали. Я тебя боюсь, все. Ты так ко мне как пристаешь. Так, окей. Я Подожди, я боюсь, что ты меня сверху там лежишь. Ты смотри, потому что я сейчас подойду сзади с ножиком, и ты как заорешь. Ой, а, ты чё творишь, глянь, А ну-ка, так, ты запалился, ты знаешь? Что, где? О, всё, шандать, стоять, сзади. Знаешь, как меня сейчас пугаешь? Повернись, блин, сейчас, подожди. Боже. Спасибо. Подожди, как ты меня с одной пульки снял? А у меня снайперская винтовка в голову. Боже, ты еще не попал. Ну конечно, прицелился. Ты успел прицелиться? Блин! Убил? Нет. Как это не? Ой, в контакте где пишет. Ну где ты, где ты? Ну давай я буду с пистолетом бегать уже. Подожди, ну давай... Ну где ты? Ну блин, ну мне же тебе под... Давай я тебе буду поддаваться уже, не знаю. Да мы еще друг друга даже не размяли, подожди. Боже, это у тебя бот стоит или что? Слушай, я твой ствол заберу. Он такой у тебя пустой, а не, смотри. А чё у тебя ствол, кстати, такой какой-то отстойный, он не слышно было звука перезарядки почему-то, блин. Да хороший ствол, ты чё, это инженер. Подожди, давай я дрын достану. Это что, такое базука, что ли, это? Да. Ты куда стреляешь, глянь, ты что, обалдел? Ты смотри, куда стреляешь, парень, воу-воу. Давай, сейчас я возьму этого. Короче, кого? Тоже снайпера сейчас. Ладно, как это со мной не идти? На пистолетах чисто. Чисто на пистолетах, я с калашом буду. Хорошо. Ладно, я возьму беретту. Ну я ж профи, ты что, у меня сколько там, 200 с чем-то часов наиграно, ты что? У тебя 170. А, ну почти... Ну еще плюс Battlefield 4, тоже там наиграл. У меня 4 часа пройдено. Слушай, у меня тоже дрын есть, но я тебя с него грохну, я тебе отвечаю. У меня 4 часа наиграно и пройдено BF4. Слушай, давай, а давай на снайперских винтовках. Давно в батлу не играл, так, блин. Прям чисто в атаку. Вот на снопах, давай чисто. На ножах глупо. Уже взял. Ух ты, блин. Ну у меня сейчас нет винтовки, тогда я тебя буду убивать. Буду мочить сначала... Я тебя сначала замочу японским электрошокером. Так. По баллончикам. Да-да-да. По таким, как ты, стреляю ниже пояса. Ну что, на снайперских винтовках? На снайперских винтовках? Да, я взял уже одну себе. Ну давай. Одну? Ну, у меня в двух руках вообще-то две винтовки. Боже. По таким, как ты, стреляю ниже пояса. Подожди, кстати, почему ты мне урон не наносил? Не на него, значит, не попал. Ну, чиркнул, значит, у тебя экран потемнел. Значит, пуля... Я потемнел. Возле... А, значит, чиркнул. Это по уху, видимо, задело. Ну, по уху... По уху, короче, так нормально, да. Погоди, где ты? Ты сам-то где, а? Я, этот... Обслуживание провожу у поезда. А, тех обслуживаю. Тихо. Слыхал? Что, я застрял. Подожди, Джесс, достань меня. Да как где ты, блядь, застрял-то? Я под поездом. Видишь, я не могу вылезти отсюда.
С ножа, слушай, пипец. Блин, про... заходят на сервер, они офигели. Кто заходит на сервер? Блин, ты 4 уровня только. Ну где ты? Так, а люди понимают, что тут тягаться не с кем, понимаешь, просто... Тут, да, тут просто пацаны. Я целых 3 раза убил. Я тебя, короче, учу играть, понимаешь? Я ни разу не попал. Убил? Нет. Твое тело откатилось так далеко, что... Боже! Да ты задрал. Трололололол. Ты как знал, да, что я там выпал? Ну так это ж логика. Ты справа от тебя не покажешь, значит слева логика. Подожди, логичный ты мой. Можно твою эту винтовку возьму отстойную? Ого, у тебя... Слушай, ты здоровенную оптику ставишь, ты чё? Я ничто вообще не ставлю, погоди. О, давай на Валеру. Подожди, давай. Настало твое. Ну давай, я буду на снайпе тогда. Ты понимаешь, один... Ай, блядь! Ух ты, ёб! Откуда ты тут появился вообще, мадфак? Мадфак! Случайной точки называют. Обалдел, ты прям у меня за спиной за это самое. Так, ну что, давай-ка я буду тогда, может, с карабином каким-нибудь. Твою лучшую пушку возьму, с чем ты там ходил? О! Не помню, давай я возьму тогда... Ну, снайперскую винтовку я все-таки возьму, наверное. Только не знаю, какую. Уже у меня кончился Валера, блин, печаль, тоска. Ну, там мало патронов. О, я возьму... Много этих снайперов? Я возьму легкую, да, я же прокачался, так хорошо. Шкачок. Ну, так. Ну, давай. У меня, я не знаю, я твою подобрал. Нормальная? Я не знаю. Сейчас проверим, если смогу. Ой, не услышал ты меня, надеюсь? Нет. Я слышу, как ты кланцаешь. Чем? Мышкой, что ли? Не, клешнями. Как, ты слышишь? Стой. Так подожди, ты сверху, что ли? Я же на маяке. На каком маяке? Я залетел уже. Блин, ты меня сейчас сольёшь. Стоять, сзади, режу! Тихо. Испугался уже? Ха! Гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули. Ну, блядь, где ты лазишь? Слушай, я уже запарился бегать. Ух ты, блин! Нет, ну ты про, ты уже все, ты сейчас... Откуда ты стрелял? Блин, ты не... Я тебя на карте не засек. На поезде! На поезде стоит. Все, бегу на поезда. Все, на ЖД бегу. А ты с чем? Ты с чем? На пистолетах? Да какой пистолет? Я винтовка без прицела. О, запалился, молодец, мальчик. Там в игру зашел, не вовремя. Боже, я тут таких... Да как ты попадаешь? Тебе, кстати, повезло, у тебя там рядом с ухом пролетело так отчетливо. Ничего не пролетело, не потемнело, не сверкануло даже. Ну что, давай резайся уже под маячком. Резнулся нормально? Резнулся, все прекрасно. Ты где? Не найдешь меня. Ну где ты, где ты, где ты? Выходи. Давай я буду на шифте ходить. Подожди. То есть на контроле. Ну покажись, ну блин. Да подожди, ты где? Все, показался, стоять. Фу, уходи. Стой. Иди сюда. А что ты за хероту поставил по всей карте? Какие-то радары-детекторы каких-то. Угу. Специально для тебя, блин. Ты что, обалдел? Слышишь? Граната мне, блин! Я боюсь! Ты что, обалдел? Ай, скотина! Засранец, блин! Ну ладно, хочешь на этих, давай уже на карабинах каких-нибудь пострелять. Это не хотя... карабин, это снопа была. Да я не то взял. Ну я сейчас, да, поменял, конечно. Знаешь, что с моей мышкой? Она вспотела. Она вспотела? Может, твоя рука вспотела? У меня, кстати, рука тоже вспотела. Это страшно, реально, я тебе говорю. После тех хорроров, это вот так вот сидеть и крысить. Стоять, блин! А, тут тебя уже тут нету. Тихо. Тебя уже тут нету. Стоять, мафак! Стоять, ты горобление, это Payday новый, это новый Battlefield. С теми же пушками. Ну ты где, блин, ты лазишь? Новый Battlefield такой незапоминающийся название. Дия. Как, короче, хрень. Короче, это такая, вообще? Лучше, честно говоря, про новый Battlefield, не знаю, назову это как-то разговоры новые батле. То есть, вообще им нужно было. Ты еще обалдел? Боже, я менял пушки.
Я думал, с чего по тебе пострелять, и так и не решился. Вообще им нужно... Вообще, нужно было, знаешь, назвать новый Battlefield дополнение к четвертому Battlefield, потому что четвертый Battlefield ни о чем. То есть там какие-то карты были не очень так. Четвертый, вот. Блин, это... Ну потому что с третьей все то же самое, с третьей лучше бы сделали DLS, ну так в принципе считаю. А они делали бы новый проект. А они делают новый. Ну, чтобы бабло срубить, чтобы больше, понятно, новая отдельная игра выходит там осенью. И главное, чувак все слил в инет. Вот сколько ему заплатили, а? Нет, все, да, все полностью слил, прям, ну молодец. Слушай, парень. Ко мне кто-то зашел. Куда, в квартиру, что ли? Нет, в команду. А, ну это нормально. Боже, а вот это ненормально было. Это по тебе сейчас, по твоему пукану горячему? По моему горячему пукану. Ну стреляй со своей елбой вот этой вот здоровенной. Ты чё меня ранил, блин? Подожди, перезарядка. Боже, блин, да как я тебя не вижу? Ранил я. Конечно. Так, давай, короче. Он меня убил, ты чё? Где это где? Серьезный парень, ё-моё, ты шо? Давай, я сейчас... Парень, говори, я с Фомасом сейчас буду бегать. Фомаса взял. Где ты зарезался, Фомас? О, это твой пукан? А ну-ка, стоямба. Мамба-ямба. Боже, боже. Да что ж это такое? Ты по микрофону долбанул, там я смотрю. Как ты меня палишь, я... Ну вот потому что ты по открытой территории бежишь, блин. Все, я больше со снайперкой не хожу. Ну, ты со снопой был, ты бы меня бы сразу снял бы, я там лежал. Так. Давай разноси нас двоих. Ну, попробую сейчас. Я давно не играл, очень давно, уже месяца три, небось. Я играл сегодня. Да ты уже там наиграл 300 часов, блин. 4 часа. Уже 400 часов там наиграл, мафак. Так, подожди, где ты? Тихо, где ты? Вон тут какие-то надписи мыльные. Где ты? Боже. Бля! Я брал ствол! Бля, я брал! Сука, пистолет! Это ты был! Я твою жопу стрелял только что, ладно. А я просто килл. Ты видел, как я сумел? Да твою ж мать, да ты, блин. Я смотрю, голова рожается, из-за бетонной стены появляется, потом берет этот. Я такой, твою мать, надо брать ствол. А звуки, слушай, я не знаю, или наушники у меня с такими басами, или реально звуки в игре как-то уже скачились. Опять ты? Ты мой Фомас забрал. У тебя жизни копеечные. Да более-менее еще. Блин, я уже давно так не играл, не знаю, что мне брать. О, возьму вот эту малютку. Малютку Джесса? Да нет, я возьму... What the fuck? What the fuck? What the fuck? Он стоял... На мосту стоял прохожий, на этого был похожий, блин. В мазафака. Щад... Щад фак, бич. Щад килл ю. Ступид идиот. Бля! Бля! Ну ты, бля, обалдел, что ли? Я же не могу. Ёп. Ты только появляешься и умираешь. Сука! Это ты был? Где бы я не был? Это ты сейчас зашел ее? Да, я так и захожу. Блин. Где бы ты не был, я тебе везде нахожу. Везде нахожу. Сейчас этого говнаря должен снять, просто он меня заколупал. Это читер! Отвечаю! ВХшник, читер! С одной пули! Я тебе отвечаю, в голову! Ты это, блядь. Я помню, у нас, кстати, на сервере, мы когда с пацанами играли, стоит такой, значит, здесь тоже, да, без перезарядки, кинул в ноги патроны, и он у него автонаводка, понимаешь? То есть эти. О! Да я тебе отвечаю, он, блядь, читер. О, вроде убил.